Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Продолжаю свою обширную серию различных народных и нетрадиционных рецептов по лечению гипертонии, повышенного давления. У меня на канале уже собраны как быстрые рецепты, как снизить давление, так и рецепты длительного применения, которые чистят организм и постепенно на клеточном уровне будут снижать ваше давление. Ссылка на этот плейлист будет в описании к этому видео. Если с некоторыми этими рецептами поработать несколько месяцев курсами, то вы можете навсегда или на долгое время забыть, что такое гипертония. Но рецептик на сегодня такой. Это эликсир. Нам необходима стеклянная посуда. Можно небольшую посуду брать, ну, например, по пол-литра или по литру стеклянные банки. Хорошие новенькие крышечки. Все это нужно хранить в холодильнике. Принимать такой эликсир необходимо 3-4 раза в день перед едой за 40 минут. Ну а теперь наши основные ингредиенты. Покупаем тыкву. Снимаем с нее кожицу, вынимаем косточки, нам нужна только мякоть. Тыкву необходимо 1 килограмм. Далее покупаем 2 больших лимона. Хорошо их моем. Вместе со шкуркой только нужно разрезать на 4 части и извлечь оттуда все косточки. Нам нужна только мякоть и шкурка. На чистейшей мясорубке или на блендере все необходимо перемолоть. Потом в чистейшей миске все идеально соединить. Вот и все. Будьте здоровы.